Друзья, сегодня все тот же первый день прибытия нашего Мармариса. И мы с супругой вышли прогуляться по набережной Мармариса, сходить в гости к нашим друзьям, которые находятся в другом отеле. Отель называется Ideal Prime Beach, 5 звезд. Это там, где находятся наши друзья. Они сюда приехали немножко раньше, мы их отправили немножко раньше. Они прилетели сюда 24 сентября и уже немножко отдохнули, адаптировались. В общем, все у них здесь отлично. Ну а мы просто не можем успокоиться, и не хочется сидеть в номере в четырех стенах, а хочется впечатлений и вообще просто пройтись, вот пройтись, а прогуляться и показать вам всю красоту вечернего Мармариса. Значит, что важно вам знать? Обязательно на улицах Мармариса нужно иметь вот такую вот гадость, которая называется повязка. Почему гадость? Потому что, ребят, если вы будете гулять по Мармарису без этой гадости, вот, то официально штраф 900 турецких лир. Это примерно 100, почти 150 баксов, короче. Вот. Естественно, да, сразу никого штрафовать не будут. То есть из того, что я видел, из того, что я как бы в курсе, из того, что мне рассказывали туристы, которых я сюда отправлял на отдых, то полиция, вернее, не полиция, а правильно, жандармы, сначала предупреждают. Предупреждают, говорят, ребята, оденьте маски, пандемия и все тому подобное, как бы, ну, действительно нужно как-то, если есть правила, их нужно придерживаться. И вот если туристы нагло себя ведут, спорят и... конечно же, пререкаются с местными органами власти, то тогда их могут оштрафовать. Вот такая вот картинка. Что еще хотел бы в этом видео вам сказать? Ребят, хочу вам показать всю эту красоту набережной. Вот, естественно, я вас не буду томить своим фейсом, а буду больше показывать рестораны, бары, которые находятся вдоль всей этой набережной. И что хотел сказать, есть заполненные, вот можно сказать, на 100%, то есть забитые под завязку рестораны, есть полупустые, есть вообще почти пустые. Ну, я бы не сказал бы, что туристов мало. Вот, туристов немало. А что ты скажешь? Ну, туристов меньше, чем было, когда я была 4 года назад, конечно, тут вообще не протолкнуться, идешь, да. Вот, но достаточно в этих условиях, я думала, будет меньше. Будем тут гулять сами, спокойненько. Нормально, не, нормально. Короче, ребят, романтик на набережной здесь не поймать, потому что туристов много. Вот, и это хорошо. Хорошо почему? Потому что, друзья, туристы это люди, которые путешествуют, которые отдыхают. А что такое путешествие? Путешествие, ребят, за границу, вообще смена обстановки, это инвестиции. Инвестиции в ваше здоровье. Ребят, будете путешествовать, никакой вас коронавирус не поймает, не догонит, не укусит. Короче, ребят, здоровее будете, когда вы будете путешествовать. Просто придерживайтесь санитарных норм, правил поведения и гигиены, чтобы не было каких-то там таких вот ситуаций, которые происходят сейчас в всем мире. Чем больше паники, чем больше нагнетания, вот тогда больше вероятность заразиться. Но, друзья, вот смотрите, значит, в принципе, из тех всех туристов, которые я отправлял в 2020 сезоне, в сезоне 2020, ну, никто, вот никто из туристов, ну, вообще никаких намеков не было, что где-то он заболел, либо еще что-то в этом роде. Поэтому, во-первых, не стоит этого бояться. Что и хотел сказать бы вам еще на будущее, ребят. Будущее – это вот сезон зимний, это Египет, это Объединенные Арабские Эмираты. Возможно, возможно, каким-то боком, я очень надеюсь, будет какая-то экзотика, ребят. И в этом плане, ребят, я надеюсь, что туризм будет, и туристы поедут отдыхать и путешествовать за границу. Потому что те впечатления, которые они получат, это намного интереснее, приятнее, чем сидеть дома, закрыться в четырех стенах
и нагнетать себя. Посмотрите на это все, вот то, что я вам сейчас показываю в этом видео, ребят. Во-первых, мне это интересно. Может, кому-то не интересно, но вот мне интересно пройтись, посмотреть, прогуляться, получить позитив и реальный заряд энергии от этого места, от жемчужины турецкой. Да, сейчас темно. Да, сейчас я не могу показать вам все эти пейзажи. Но в других своих видео я обязательно вам это покажу. Вы увидите самые красивые места в Мармарисе. Вы увидите самые живописные места в Мармарисе. Вы увидите много нюансов, которые помогут вам определиться с местом отдыха в Мармарисе. И, ребят, реально ту информацию, которую я постараюсь вам изложить во всех этих видео за эти 7 дней. У меня не будет много времени. 7 дней это вот так вот. 7 дней это просто щелчок пальцев, когда ты находишься за границей. Я постараюсь снять вам кучу роликов, с помощью которых вы будете всегда отдыхать в этом регионе с самыми положительными впечатлениями. Эти ролики будут не такие, как это лайв-видео. Это лайв-видео выйдет, скорее всего, на следующий день. А в тех роликах информация будет постоянная и актуальная, которая касается места, которая касается пляжа, которая касается расположения, которая касается инфраструктуры, которая касается всего отдыха в этом регионе. В общем, друзья, посмотрите вот на это все, что я вам показал в этом видео, в этой прогулке. Посмотрите и скажите, где здесь вы увидели пандемию, где здесь вы увидели что-то, что может стать препятствием для вашего отдыха. И напишите это в комментариях, вот что вы в этом видео увидели, что может быть стать препятствием для вашего отдыха. Ну, не считая вот этой вот штуковины. Значит, смотрите, в принципе, как бы, это не единственные наши туристы, которые сейчас находятся на отдыхе в этом городе Мармарис. Мы приехали еще там с некоторыми туристами, нашими туристами, которые даже отдыхают в том же отеле Халиджи 3 звезды. Почему мы выбрали этот отель, я вам обязательно расскажу в другом видео. Я расскажу вам за динамику цены на этот отель, которая была и которая, возможно, никогда больше не будет. Я вам объясню, почему мы поехали в отель 3 звезды, друзья, почему мы это сделали и чувствуем себя вообще просто счастливо. Моя любимая супруга подсказывает, что мы в прошлом году были в отеле 2 звезды. Да, мы были на Кипре в отеле 2 звезды, но это был Кипр, и там особенный был отель 2 звезды. Ну, кстати, в Мармарисе отель Халиджи, он тоже особенный, друзья. Мы, как правило, всегда едем в особенные отели. Наверное, потому это... Потому что мы знаем, куда надо ехать. Моя любимая супруга подсказывает, что мы знаем, куда нужно ехать. Да, действительно, есть одна фишка, друзья. Я вам обязательно расскажу за эту фишку в других своих видео, потому что в этом видео цель показать эту набережную, как она выглядит ночью, вот, и как она выглядит сейчас, чтобы вы вместе со мной пережили эти моменты счастья, которые я сейчас ощущаю вместе с моей прекрасной Мариной. Друзья, мы уже подходим к отелю Ideal Prime Beach, где наши друзья уже нас поймали. Вы представляете, друзья, вот. Вот этот человек. Привет. Он тоже с Украины, он бывший змеевчанин, сейчас в Киеве. Настоящий. Бывший, он говорит, настоящий. Короче, друзья, тут просто все свои. В общем, на этой счастливой ноте встречи с нашими друзьями мы заканчиваем это видео. И не знаю, возможно, я еще ночью здесь покатаюсь, обследую территорию, но скорее всего, может быть, это не получится это сделать, потому что мы с собой привезли коньяк, который друзья приносили к нам, когда мы выбирали им тур. Короче, вечер встречи продолжается. Всем только позитива. До новых встреч.